Слава Україні! Какие-то не те, не понял. Какие не те? Ну такие же, как и те. Какие? Украинцы как, не те. А я не украинка, я россиянка. А. Да. Ну не те. Это, я вижу украинцы. Вот так вот, мирная акция с битами в масках, вот в касках. Вот это Одесса. Что хотят? Мирная акция. Вот он флагом убитый. По голове, блядь, сзади не дали. Сейчас поедем. Но не за машиной-то. Раз, заховались. Ну, ничего не заховались, мы устраиваемся сейчас. Поехали. Не, не понимаю. А кого мне бояться в родном городе, я не понял. Шутите, это мое право. Это мое право, девушка. Чтобы правильное русло шло. Конечно, вот как есть, мы же ничего не комментируем. Если меня, я скажу, чтобы шло в Украину, а не шло в Россию. Да, конечно, девушка. И правду, зачем? Кстати, тоже можно, чтобы вообще я в не комментирую ничего, просто снимаю. Правда тоже должна идти в Россию. Конечно, ну вот же правда, чего. Кто ж не против правды? Кто против правды? Я вам сказала слава Украине, вы мне не ответили. А что я должен сказать? Слава? Герой, слава. Не, при чем здесь герой? Я слава говорю. Пусть Украина великое государство, пусть будет больше всех. Всем привет. А вы из России, да? Да нет, да, действительно. А вы откуда? С Одессы. Откуда, откуда? С Одессы. Ну откуда? Я могу сказать улицу, дом. Да, не нужна ваша улица. А что же вы, ну, переживаете, да? Мы очень переживаем за Украину. А зачем столько людей защищать? От кого? Где, вот с битами столько людей. От кого защищаются ли они? Я, честно говоря, не понял даже, что это защищать от кого что? Не знаю, от кого эти люди пришли с битами, для чего? А я вам скажу. А, ну все, так я пойду с ними сейчас, общественный порядок.